Что, ты на первый? Mm-hmm.
дальше. А ты знаешь историю, да? У меня уже не сорок. Вот ощущение, что мы с вами. Какой размер? Такой же. Ну и у вас уже чуть-чуть разношено. Такой же, как у Павла. Нет, мы в прошлом размере. Большой. Ну это же девятый. А тебе восьмой стоит? Те были, да? Восьмой. А, ну да, да, да. Готовимся. Встаем, пошвыряем чуть-чуть. А мы просто стороны поменяемся. Вперед выходить, я понимаю. Проблема не сразу. Ты когда выходишь под подъемник, ты уже не будешь сравнивать. Уже гармонию, что ли? А почему ты же не все? Поменялись. У вас есть два шага. Скажи,
да, следим за линией, чтобы мы доворачивались и нас никуда не уносило. Доворачивались, когда вот начинает, начали, довернуться вот здесь, когда обратно, вот здесь, оп, смотрите, как у вас ноги стоят, видите, не доворачиваетесь, стоп, видите, опять не довернулись, ага, молодец, хорошо сейчас. А что у нас с руками-то? Олег, руки. Рука, плечо, разножка. Ага, чуть больше разворачиваемся до удара. Сразу развернулись. Очень прямо, очень лицом идете. Плечо. О, началось. Балет в соседнем здании. Прям вот прям реально напротив. Плечо. Еще повернуться. Ну что там опять за балет? Давайте шустренько поставили, начали. Давайте, бегом. Начали. Начали, побежали. И вот здесь уже рука. И еще шаг и разножка. Там до задней линии еще так. Олег, не доворачивайтесь очень сильно. Смотрите на линию. Да, чтобы у вас стопы четче по ней работали. То же самое, знаете, как вы встали? Смотрите, как стоите. Олег, сразу рука наверх. Сразу рука. И вот только бросок вперед уже. Ага. Чтобы вы готовы были к броску только вперед. А вы еще там замах делаете в конце. Сразу вот вы готовы к броску уже. Задание. А? О, неплохо было. Неплохо. Последний. Приготовились, ребята. Да нет, вроде. Не знаю, потому как я дышу. И вчера вроде вино никто не пил, поэтому перегари тоже нету. Приготовились. Начали. Раньше бы люди сказали, у меня сегодня была, вчера была круговая тренировка, поэтому сегодня все болит. А теперь это красиво называется кроссфитом. Но болит все равно так же, да? Олег, ногу дальше оставляем, левую на выпаде, вот здесь. Дальше левая нога. Не по... Куда вы ее поставили? Боком! Что происходит? Руки уже наверху, разножка. Что вы какие-то вяленькие, давайте веселее. Thank you.
свалить потом. Приготовились. Слушай, мало что делаем. Ну, что самое, третий подход. Блин, ну только второй? Да. Да? Я буду его настроить. Приготовились. Thank you.
корпус, и корпус на внутри, если достаточно высокого лапа, заведи, он вылетает, чтобы кидаться, и воздух просто вылезет. Ключой? Да. Валанчиком, бадминтоном. Yeah.
Чё не смешек? Я уже несколько раз смешек. Он берёт. Thank you.
Интересно, вот ракетка стала по размеру, сразу не написано, во сколько играет. Вода? Написано, во сколько сегодня четвертьфинал. Один делает подставку, второй на той стороне откидывает. 30 собирает молочек. Thank you.
водичкой. Устали, да? В смысле, куда же еще больше-то отбирать? Слава богу, нет.
фигуры нет, все. Были, сплыли, все. Все машины сплыли, все. Без коробочки никак вообще не получается.
Thank you.
Олег, ты не можешь? Олег, не понимаешь.